Мир всем, кто на правильном пути. Я хотел бы обратиться к украинцам и ко всем людям доброй воли. Сегодня в это трудное время для Украины, когда Россия коварно напала, не объявляя войну, но Украина пытается захватить города, но украинцы героически отбиваются. В это сложное время некоторые люди якобы чеченской национальности, так называемые кадыровцы, тоже участвуют в этой агрессии против Украины. Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. А кадыровцы – это такие же предатели чеченского народа, как ДНРовцы, ЛНРовцы и прочие марионетки российские. Поэтому, шановные украинцы, не считайте этих людей чеченцами. Это не чеченцы, это позор чеченского народа, предатели, которые бывают в любом народе. Не бойтесь их, настоящие чеченцы с вами, плеч о плеч с вами сражаются сегодня, проливают кровь и проливали ее последние 8 лет. Перемога будет за нами, иншааллах. Мы будем праздновать победу и в Москве, и в Чечне, и в Крыму, и в Севастополе, иншааллах.